Я хочу сказать, что мы уже все вокруг дома заделали, лишь бы ласточки не вели гнезда. Ни для кого не секрет, что их отходы, они очень сильно разрушают дерево. Именно по этой причине все здесь заделано. Но тем не менее, ласточки летают, и сегодня мы нашли птенца, у которого стали появляться уже перышки, жирненький, упитанный. Оказался очень любопытным, что и послужило его кончиной. Прям видно, что пузатый-пузатый. Вот у него перышки стали появляться. Жалко, конечно. Лакомс, ну отойди, это не надо тебе нюхать. Жирненький, сейчас будем убирать. Ну вот что сбывает с чрезмерно любопытными. Хоть они для нас и вредители, но все равно нам жалко. Ладно, показала. И на этом все.